Заслуженный педагог или преступница? В Краснокамске вынесли обвинительный приговор завуча школы, 14-летней ученице которой скончалась от истощения. Напомним, трагедия произошла летом прошлого года. На момент смерти девочка при росте 157 сантиметров весила всего 39 килограммов. По данным следствия, мать умышленно морила ее голодом. Школьница продолжала посещать занятия и при этом резко теряла в весе. Но этот факт завуча, отвечающего за безопасность детей, не насторожил. Вердикт выслушала Елена Яговцева. Я считаю, что его были козлом отпущения, очень удобным. И вот обвинение все на этом построено. Коллеги подсудимой в один голос твердят, Елену Погоржальскую сделали крайней. На самом деле индекс массы тела у школьницы, по крайней мере на первый взгляд, якобы вполне соответствовал норме. И завуч даже предположить не могла, что девочка давно голодает. Именно поэтому она, вопреки инструкции, не информировала социальные службы о том, что ребенок находится в смертельной опасности. Ведь школьница была круглой отличницей, без вредных привычек. Психологические тестирования никаких отклонений не выявили. Демьянова все годы была отличницей, сдавала нормативы по физкультуре до конца учебного 2018 года. Систематических пропусков занятий Демьянова не допускала. На уроки не опаздывала. Мать Демьянова на собрание приходила, шла на контакт с классным руководителем, выполняла ее поручение. За полторы недели до окончания школы девочка была нормальная. Не истощенная, никаких там не было признаков. Однако большинство свидетелей говорят обратное. На девочку якобы было страшно смотреть, и худобы ее просто невозможно было не заметить. Суд установил, что между бездействием завуча и смертью ученицы существует причинно-следственная связь. Ведь в обязанности педагога входило выявление неблагополучия в семьях. Суд признал Елену Погоржальскую виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Назначение наказания в виде лишения свободы на срок 2 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Погоржальское наказание считать условным, установив воспитательный срок 2 года. Приговор страшно огорчил подсудимую. Но в то же время педагога со стажем обрадовала, что суд дал ей возможность и дальше работать с детьми. Елена говорит, что ей горько чувствовать себя преступницей. И что теперь все учителя автоматически попадают в так называемую группу риска. Это необычная роль для любого педагога. Да? А с другой стороны, меня переполняет тревога, потому что на моем месте теперь может оказаться любой учитель, любой медик. И ощущение беззащитности, которое обрушивается на образовательную систему, медицинскую структуру, это очень страшно. После вынесения приговора Елена Погоржальская сообщила, что планирует обжаловать решение Краснокамского суда. В отношении матери погибшей девочки расследование продолжается. Она арестована. Елена Яговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.